Национальная библиотека имени Ивана Папаскир стала центром обсуждения актуальных вопросов конституционного права. Здесь прошла вторая часть международной практической конференции, посвященной 30-летию принятия Конституции Республики Абхазия. В ней приняли участие ведущие эксперты в области конституционного права из России и Южной Осетии. Я хотела, пользуясь случаем, поздравить с 30-летием Конституции Республики Абхазия. Знаменательная дата, и в эту знаменательную дату Конституционный суд организовал и проводит целый цикл мероприятий, не только одну конференцию. Это несколько конференций, это издание юбилейного журнала «Вестник Конституционного суда», это совместно с АГТРК фильм об истории становления и принятия Конституции и о создании Конституционного суда. Издание юбилейной медали 30 лет Конституции Республики Абхазия, подписание меморандума. И все это вместе мы организовали и создали первую абхазскую юридическую неделю. В ходе конференции участниками были зачитаны доклады и обсуждены вопросы на тему совершенствования конституционного законодательства. Спикеры поделились своим опытом, говорили о роли развития демократических институтов и международном опыте в развитии правового государства. На сегодняшний день Конституция Абхазии содержит все, вот на мой взгляд, все для развития независимого правового государства. Вместе с тем, конечно же, не существует идеальной конституции, и не только для Республики Абхазия, но и для всех стран. И она не может существовать на все времена. И изменения, поправки, которые были внесены в Конституцию Российской Федерации 2020 года, ну вот показали, что время идет вперед и нужно двигаться вперед. Именно поэтому важнейшей необходимостью успешного конституционного строительства является осуществление должного и действенного конституционного контроля. Решением этой задачи и стало создание Конституционного суда Республики Абхазия, деятельность которого регламентирована Конституцией Республики Абхазия. Сегодняшняя Конституция – прочный фундамент демократического развития государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ. Конституция для гражданина любой страны – закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов – норма цивилизованной жизни. На сегодняшний день все современные национальные государства прекрасно осознают, что фундаментом правовой системы любой страны является Конституция. Причем содержательно Конституция в ее новом понимании, да, потому что мы знаем, что в средние века применялся этот термин, и в более поздние для характеристик совершенно разных актов, явлений. И Конституция, первописанная Соединенных Штатов Америки, она была прообразом того, что мы имеем сегодня. Сегодня же Конституция – это некое закрепление баланса интересов между, прежде всего, личностью, обществом и государством. И только потом мы можем говорить о том, что это в том числе закрепление публичной власти, порядка ее организации и содержания. Будущее юридической науки. В третьей части конференции представили молодые ученые и студенты юридического факультета АГУ. Международная научно-практическая конференция стала значимым событием, подытоживающим 30-летний путь развития абхазской государственности. Ульяна Рожкова, Рама Гамке, Абхазское телевидение.